Всем привет, меня зовут Кофеин, и сегодня мой первый видеоурок о том, как сделать полет камеры в пов-демках Counter-Strike в программке Hly. Запускаем эту программку, обрабатываем демку, которую мы хотим, там где будет у нас камера. Next, выбираем демку, и пишем название огня, в моем случае это 0.dem. Вы можете любое название здесь, только обязательно dem, .dem в конце. Финиш нажимаем, так я уже обработал. Самое первое мы прописываем dem force hell.tv 1, чтобы наша pop-демка превратилась в hell.tv, то есть уже можно сделать камеру. Теперь запускаем ее. Vive demo и название демки. 0.0. Так, ждем, пока грузит демка. Но почти у меня уже загрузилось. Мы теперь идем к нашим ребятам. Ребятам. Вот. Убираем вот этого пацана и нажимаем события, добавить события, компас. И вот эти две кнопочки. Один, флакс, один, обязательно один. Окей. Теперь проматываем чуть-чуть. К этой точке. Вот. Он будет у нас бежать. Оп. Все, и еще раз это уже здесь не один, а ноль. И самое главное, прописываем спек AutoDirector 1. Прописываем несколько раз, потому что программка чуть-чуть лагает. Так, прописали. И нажимаем переход. Сюда. Видите, с первого раза. Еще раз прописываем. Переход. Заработала у нас камера. Теперь Все, так делается, потом записывает это все. Всем спасибо за просмотр видеоурока. Пока.